Так, господа, всем привет. За бортом у нас минус 29 градусов. Погода зимняя настоящая. Мы едем в деревню. Заедем недалеко от Самары, поселок Каменка, заедем взять либо самка, либо самку, для дальнейшего разведения. Так, вот мы загрузились, тоже полная машина, кров, металлолома. Северный район Самарской области. Деревня находится за 200 километров ближе к Татарии, к границе Татарии. Едем с комфортом. В принципе, в автомобиле не холодно. Но чувствуется, конечно, вот здесь вот через резинки, где окно, немножко холодок, конечно, прет. Не ветер, конечно, но вот холод идет. Так, отъехали от города километров, наверное, 60. Температура уже понизилась до 31 градус. Все, приехали, здесь уже возле дома 29. Здесь вот мы будем забирать нашу кролика, босячий подгон. Ну что, пошли тогда. Привет, Ковылова, дедушка. Привет, дедушка. Ванюшка, привет. Дядька, ты не узнал, да? Здорово. Привет, наш. Так, мы идем к стойлу. А, вот сейчас горит у нее это фитиль вон на этот. А я вон на вон тот смотрел, бля. На старый. О, какая у тебя тут клеточка прикольненькая. Загончик. Ну, тут, конечно, им зачем это перебирать? Тут на целый месяц хватит. Вон какие они. Малыши! Малыши! Ушки! Это тоже, да, самочка? А? Да. Ну что, какую это ты? Это все твои. Да ты что, вот этот серый тоже? Да. Может, для этого какого? А то у меня все белые. Может, вот этого? Серого? Ты себя хотел оставить? Нет, да.
Вот. На выбор. Она, по-моему, даже это обгуляла. Ну, ничего страшного. У нас тоже все вот такие вот с носиком. Иди сюда, не бойся. Ага, идем. Вот ты. Вот, хороший. Ух ты. Так, это, а тут туда кинь, Сань, чуть-чуть сенка прям. Чтобы не стресс, хватит. Чтобы стресса больно сильного не было. Опа. Тихо. Во, упаковали. Давайте, растите, малыши. А? Черный шум будет ловить. Че, погнали тогда? Где бы сейчас пойдем? А? Где-то. Ну да. Ну все. Опа, гора там уже. Туда, на улице? Нет, тут где-то. А, ничего себе они. Вот они у тебя здесь устроились. Не, ну классно для них. Они не мерзнут, что? Куда им мерзнут? Да они, когда мороз, они толпой тут собираются. Егор, слушай, кстати, ты прям идею подсказал, блин. Это по поводу это такого не, загончика. Это не я, это я сам посмотрел. Как жизнь? Аккурат. Целый год тебя не видел. Привет. Да, целый год. Здорово. Кушаешь? Да. Че, как жизнь? Нормуль все? Да. О, ты молодец. Так ты сам электрику все сделал, да? Да. Так, ну че? Короче говоря, загрузились мы, взяли кролика. Вон у нас в коробочке. Вот, теперь едем к родителям, чтобы посадить их в клетку, посадить ее. Сан Саныч сказал, что, возможно, эта крольчиха уже обошлась. Вот, то есть это нужно обязательно передать родителям, чтобы подсматривали. Какой срок, конечно, никто не знает. Ну все, продолжаем наш
есть. Вот, а. Вот такой коробочки. Не знаю, на распаковке было. Загрузились, короче, мы крутые. Тут всего навалом. Почти доехали до нашего дома. Снега здесь очень много выпало в эту зиму. Даже смотрю, он есть лыжники. Следы. Привет! Снега-то сколько много? Вот они, заезд нам чистят. Охренеть! Можете представить, как ждут нас родители? Да, снега, конечно. Смотри, что и на крыше там. Так, ну что, вот все, мы приехали на нашу любимую родину. Давайте покажу. Вот как здесь. Ой, какой порядок у тети Ани. Птичечка маленькая. Так, вот наша постройка, как снегом все занесло. Ой, ты маленькая, вот она как ждет, как она ждет. Снега очень много, очень. Так, ну что, сейчас будем искать место нашему кролику. Вот и все, вот и мы приехали. Да, вот мы приехали. Сказала, она по ходу дела уже оприходованная. А мне похоже, не надо. Ну, пусть. А это Настя, закрой её. У него прям на улице живут. На улице? Да. Это он капюшон, сразу и лень. Ага. Чё, так куда понесли? Куда? Мамка, тогда вот эту самку убрать. Так, всё, пойдём. Мне самку надо было. Ну вот она и самка. Нет у неё там самцов. Так, вот тот сарай, который мы делали летом. Сейчас его поселим сюда. Ё.
А в лес нет. Ты на салаге гнали? Так, ну вот. Вот, вот, да. Тихо. У нас ты в Лапиване? Нет, ты че? А ты нас удержал. А тебе пока надо удержать. Будки в Лапиване, что ли? Будки надо. Будка вам. Так, ну вот тут вот еще. Так, куда его? А куда нет? Наверное, а куда хумазлага? Вот. Ну, вот. Это, надо за ним следить, это. Она сказала, возможно, на это. Случённое. Ну, потому что... Надо этот ясень сделать. Ну, делать надо, делаешь. А куда нет? А куда хумалая его кара? Ну, давай вот это сейчас сюда поставим. А вы завтра уедете, что ли? Да. Ну, тогда пусмала. Давай вот сюда сейчас. Покажем. Да. Покажем. Я сюда вот, чтобы это... Сюда, вон туда сразу в ённый квартиру положить. Да. Леша не буду гумала вылепить. Ты с ней совпужата? Угу. Ты цаяр акуля. Так, рассказываю. Ты цаяр гуля. Эта партия пойдет в город на мясо. А это будет у нас продолжение рода. На племя. На племя, да. Ну, серебристый. Он прям активный такой. И не боится. Сама. Так, пересадка идет. Тогда от нее надо будет этот племя оставить. Отец, самец у него был большой, 5 или 6 килограмм, говорит. Но он у кого-то случал. Это вот от нашей. Это... Вот которую мы давали. Она оплодотворилась, ённые дети, но ее оплодотворяли с этим, с большим самцом. Ённые... То есть у него все вот такие вот, остальные. Там черные есть и вот такой вот. И вот поэтому я подумал, все это, как вот... Следить за ним надо будет, наверное. Да. Ну, мам, каждый день. Ну, все. Ящик. Вот домик для нее. Сейчас вот будку сделать надо, лодку. Так, ну, у меня там есть материал, привез я там фанеру, ДСП, сейчас полная машина там этого. Сейчас вот хлама. Сколотим, да? Уля, я... Так, ну что, все, сегодня вот 29 января, привезли мы кролика, великан, серебряный получается, или как там, правильно. Вот будем следить за ним, посмотрим, как что дальше будет происходить, все на свете. Все, тогда следующее продолжение уже будет чуть попозже. Все, давайте. Итак, снова здорово, короче. Сейчас хочу показать, где живет Колек. Где находится дом у него здесь, в деревне. Вот я приехал сейчас, дорога вон до туда почищена. И дальше вот так вот. Здесь некому просто. У него жить родители. Батя был живой. Умер. Ну и все. Когда он рассказывал, когда приехал с Узбекистана. Вот он русский сам. С Оренбургской области. Родом. Отец у меня тоже оттуда. Вот, ну и в советские времена еще отец уехал туда. Вот, и когда там стало совсем тяжело. Вот куда? В Россию. А куда податься? Везде здесь в то время было тяжелое. Наверное. Поэтому пришлось покупать в
такой местности. Но местность, если честно, вот чисто для души, для себя. Классное спокойствие такое. Лесок. Вот сразу, да, в голову идут какие-то идеи хорошие. В общем, такой он отдых, наверное, действительно полезен. Но идти еще вон сколько. Короче, поперли. Да, кстати, наверное, никто не знает вообще, как мы попали в деревню вообще. Вот завтра понедельник, а мы будем... Завтра только выйдем, наверное, из деревни от родителей. Вот, и, наверное, интересно, как мы попали. Я, короче... Как-то мы едем в магазин, по-моему. Ну вот я жену Олесю вожу курс дела. Ну, надо ехать в деревню съездить. Вот, ну, приятно, конечно, видеть в глазах людей, когда кто-то тебя любит. Действительно, это классно. Вот. И Олеся мне говорит то, что как ты без меня-то? Так, ну вот, первая жертва. Вылетели валенки теперь. В такой снег вылетают валенки. Так, вот так вот, наверное. Охренеть, конечно. Замело-то как здесь. В общем, историю расскажу. Ну, не хотел просто человека отпускать меня одного в деревню. Но на самом деле это приятно слышать о себе такие вещи и видеть то, что тебя любят действительно. И огромное спасибо за это, любимая. В любом случае, когда-нибудь ты будешь это смотреть видео, оно попадет тебе в руки. Вот я тебя очень сильно люблю. И вот этот весь пейзаж я дарю тебе. Зимний. Тебе не надо мерзнуть. Сегодня на улице, короче, градусов, наверное, 24. Вот сейчас. Но, хотя мы выезжали... По дороге я вам показывал, там, то есть, были и 31, и 30. Так классно. Сегодня лыжников тоже очень много, которые... Сейчас галоши я здесь, короче, походу, чувствую, оставлю где-нибудь, лишь бы не потерять. Идем, короче, вот так по следу. О! Калёк здесь что-то натоптал. И после меня уже стоит, конечно, лучше немножко. Ух ты! Ну все тогда. Давайте, я уж почти дошел. Бля, чуть не утонул. Да. Ну, а ему, Кальку, куда идти? Сюда только? Здесь родина, по сути дела. Так, ну вот. Короче, смотрите. У нашей гости, будущей хозяйки, настроение нормальное, кушает. То есть ей переезд никаким образом не помешал. Такая добродушная, да-да-да. Это я тебя привез. Серебристый, красивый такая. Нам подогнал Сан Саныч. Спасибо большое ему за подарок. Будем продолжать
Ну а здесь уже добрые молодцы. Или самочки, по-моему. Ну, в общем, я здесь не знаю, здесь все дела ведет мама. Знаю, что вот здесь вот все самки. Ну, а здесь молодняки, по-моему, тоже. Ну, а здесь у нас богатыри. Вот. Хай-фай. Вылец. Че, Вов, пойдем? Обалдел. Да-да-да. Вот. Тоже нам говорит. Мерзнет, блядь. Ему тоже пуску делать, что ли? Не мерзнет. Но вот этот, блядь, умер нахуй. Не умер. Заболел, блядь. Вот этот? Да. Это коричневый, который, да, серый? Твой. Блядь, тоже, ну, уже худой стал. Я зарезал. Да. Ну что, вот на этом, наверное, наша история подходит к концу. Вот сейчас купаемся в бане. Вот потом ложимся спать. Завтра уже едем назад в город. Всем спасибо за внимание, кто смотрел, кто оставался с нами. Может, конечно, что-то будет интересно добавить. Вот, я обязательно добавлю. Вот так вот, приехали в деревню. Кстати, мясо кролики. Вон они все. Возьми гостиницу. Понял. Ну, Юрок. Добрый день. Здравствуйте. Или вечер. Ты куда погнал? А, пошли, пошли, заходи. А ты что снимаешь? Бать идет?